Друзья, всем велка, с вами Катя Бельчик, и сегодня мы с вами обозреваем роскошные товары сезона. Слушай, налей мне, пожалуйста, бокал воды, так будет более роскошно. У Сенежской нет, и с фильтром можешь, мы не настолько богаты, чтобы у нас была вода бутылированная, просто из-под крана налей. Ой, роскошь приехала в наш дом, все, я больше не могу ржать на эту тему. Ребят, сегодня у нас с вами... просто интересные какие-то а-ля изысканные товары сезона, которые я там нашла. Тут у нас будут трюфели с перцем, шоколадные чипсы из бельгийского шоколада, алкогольные конфетки, мятный шоколад. Я думаю, будет очень интересно и насыщенно. Давайте приступать. Надо упаковку аккуратно вскрывать, чтобы потом перепродать еще все дорогие товары. Или вернуть. Сказать, что не понравилось, слишком дорого. Я прям сразу открыла, даже как-то и не успела ничего рассказать. В общем, у нас с вами вот такие вот... Мить, прочитай, пожалуйста, написано. Chocolate Thins Cassis. Cassis. Темный шоколад с начинкой со вкусом черной смородины в пластинках. 200 грамм стоили 230 рублей. Ну, на самом деле, не такая уж и роскошь, потому что шоколадка примерно так и стоит. Но давайте представим, у нас же есть бокал с вами с водой. А я еще когда посмотрела, думаю, что как будто бы одна фирма у меня... А на самом деле вообще разные, просто, видимо, кто-то под кого-то закосил. Только здесь у меня будет мятный шоколад, а здесь черный смородина. Давайте начнем. Кать, ну ты издеваешься, почему ты ломаешь все? Дай меня. Я что потом перепродавать собрался? Куда ты пошла? Господи, это что? Давай покажем, ребята, это элитка. А что это такое? За 230 рублей, смотрите, вот такие. А в чем элитка? Они вскрытые уже. В смысле они вскрытые? Смотри. Это такая упаковка, ты чё? Ты вообще не шаришь. Смотрите, здесь вот такие кармашки. Вот так вот прячется шоколадочка. Тоненькая, вот. А внутри кремовая начинка. Ты знаешь, если бы я их попробовал в выпуске Fix Price... Да, я только хотела сказать. Я бы сказал, ну, они такие говёные. Очень вкусная начинка внутри. Прям мне понравилась. Я бы ее отдельно ложкой ела. А шоколад очень невкусный. Ощущение, правда, что какой-то ешь дешевый шоколад. И это очень странно. В Германии произведен. Даже не верится. Вроде бы и нету ничего плохого в составе, кстати. Нет растительных жиров. Ну, вообще не испытываешь никакого удовольствия от шоколада. Может быть, здесь за счет того, что он... уже как бы открыт был, то есть он не запечатан, я не знаю. Но вот ощущение, что выветрилось все из него. Начинка классная, но сверху я вообще не поняла. Давайте на фоне этого попробуем вот этот шоколад, это уже Nestlé произвел. Здесь у нас заявлен мятный шоколад, тоже в Германии. Но фирма, кстати, другая, хотя очень похожа, да, с виду? Покажите, просто дизайн. Угу, дизайн. Вот этот шоколад стоил 255 рублей за 200 грамм. То есть, получается, он чуть дороже. Мне кажется, принцип здесь внутри будет такой же. Давайте посмотрим. Уже, кстати, аромат мяты пошел. О, прям вообще мята-мята такая прям. Паста зубная пошла. Один в один, такие же кармашки. Достаем из кармашка. И немножечко форма другая. Ой. Ой, он прям это... Здесь совсем другой шоколад. Слушайте, вот сочетание шоколада с мятой, это настолько на любителя. Я не знаю, я знаю, что много любителей. Я все-таки, наверное, себя не причисляю. Так, не причисляю к их числу. Скажу как авторитет и эксперт. Вот это уже роскошь. Это роскошь, да. И, а, чё ты, а в чем твоя авторитетность? Ты когда авторитетом стал? А я всегда был роскошным авторитетом. Хорошо. Это прям вкусно. Да. Но очень на любителя в том плане, что если вы любите вот это сочетание. На любителя, если любите. Я молодец. Шоколад сам по себе достойный, вкусный, нежный, приятный. Тает во рту. Внутри много начинки, она такая тянущаяся, такая плывущая, понимаете. Мне понравилось. Такая поэтичная шоколадка, я бы сказала. По-другому не скажешь. Угу, классно, зачет. Если любите шоколад с мятой, или у вас кто-то любит шоколад с мятой из ваших там друзей, родственников, обязательно подарите вот такую коробочку. Подожди, она называется After Eight? Да, после 8. Только после 8 утра или после 8 вечера? Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто становится спонсорами нашего канала. Вы нас очень поддерживаете, мы очень вам благодарны. Если вы тоже хотите присоединиться к клану любимок, то ссылочка будет внизу в описании. С компьютера появится кнопочка «Спонсировать». Из плюшек мы даем дополнительное видео каждый месяц. Это влог, который мы снимаем вдвоем с Митей. И также у нас есть с вами телеграм-чатик закрытый, в котором обсуждаем и делимся всем самым свежим, интересным. Давай дальше попробуем вот эти конфетки. 186 рублей. Конфеты марципановые с кусочками клубники и шампанью.
неплохо. Ну, разве что это не роскошь? Как вот можно было отыскать на Озоне такие интересные вещи? Причем самое прикольное, что это стоит не так дорого. Понятно, это не уровень фикс-прайса, но и не прям, знаете, там за 500 рублей, потому что у нас бывали обзоры, какую-нибудь там шоколадку купишь или печенье там за 350, ешь такой, спасибо. А здесь вот 186 рублей сейчас. Цена, ну, нормально. Марципан, клубника вяленая, спирт этиловый, шампанское. Влагоудерживающий агент. Короче, пробуем. Там что-то написано, обращение ко мне. Да. С гордостью пред... Десерт, в котором сошлись страсть... Читаю. Десерт, в котором... С гордостью сошлись страсть, материнство и талант. Написано мастерство и талант. Ну, это прям про меня. Позвольте себе немножечко больше. Ну вот чувствуете роскошь, да, уже? Ля ты краш. Вот так роскошь вряд ли выглядит. Опять, если бы я их попробовал. Нет, это не дешевые конфеты. Даже ничего не говори. Они просто очень сладкие, как и любые марципаны, в принципе, конфеты. Я вам скажу одно. Я просто больше такие конфеты не куплю. Они какие-то никакие, да? Угу. Как будто хлеб поела. Вообще с привкусом хрень. Миндаля. То есть шоколад хотя бы ничего такое, в плане, ну, нет вот этого отвратительного растительного жира. Но, да, за 186 рублей... Есть привкус алкоголя, и мне кажется, почему-то навязчивым он. Навязчивый. Он прям навязчивый, прям спиртяга. Мне не нравится. Нет. Нет. Экономлю ваши деньги, не покупайте. Ребята, вот эта роскошь просто подъехала в наш дом. 240 рублей. Вот это я считаю реально дорого, потому что здесь всего 80 грамм. Это бельгийские чипсы с шоколадом, и они, видимо, у нас... Я не знаю, классические взяла? Наверное, да, классические. На упаковке чипсы нарисованы в крапинку, будто бы. Я подумала, что это лесной орех. Там что-то много вкусов, кстати, было. Я взяла классику, да, как я понимаю. Может, ты опять неправильно открываешь? А может, ты живешь неправильно? О, написано up. Что значит up? Вверх. Для дебилов. Это же в Бельгии сделано. Офигеть. О-о-о. Вот это я уже роскошь почувствовала, ребята. Просто посмотрите. Офигеть. Что я заметила, пока мы тут делали фоточку на заставку, шоколад прям сразу тает в руках. Я не понимаю, почему. Это не темперированный шоколад. Как это вообще? Слушай, это, я думал, честно говоря, что это картофельные чипсы в шоколаде. Ммм, вкусно. А что внутри такая хрустяшка прикольная, да? Это какая-то воздушная штучка с легкой такой солью, когда раскусываешь. И что приятно, здесь шоколад такой молочный, но он не сильно душный, знаете? Он такой не сильно сладкий, не сильно приторный, как будто бы это какой-то микс молочного и темного шоколада. Очень необычная вещь, да. Однозначно лайк. Это роскошь. Это роскошь. Ну, дорого. Ну, реально дорого, 240 рублей. Но таким можно удивить кого-то, подарить. Да, давай. Любители чипсов и шоколада. То есть это как бы не просто шоколад. Это все же вот именно с хрустяшкой, добавлением. Такого я не пробовала еще. Мне нравится. Надо это дело отметить. Конфеты с виски. 280 рублей. Нормально. 180 грамм. Нормально. Ликёри о смаку виски написано на конфетах. Сейчас посмотрим, где произведено, кстати. Я не люблю, кстати, конфеты с алкоголем. Я тоже не люблю. Ну что делать? Польша. Поставщик. Что там? Вытекает все? Угу. Да ладно. Тут пить надо. Пить? Это мы что-то напьемся, что ли, прям в выпуске? А, реально. Ну, офигеть. Это для тех, кто любит прям вообще. Это первые конфеты с ликером, с алкоголем, которые я попробовала, и мне понравились. Они прям реально вкусные. Вот именно такие, которые... Ну, также Малибу из фикс-прайса. Ну, Малибу, да, из фикс-прайса, но они были немножечко не классическим образцом, все же они не вытекали. Обычно вот они как раз с жидким центром внутри. Очень нежные. Вот, то есть, для сравнения, вот здесь прям спиртяга была, а здесь именно вкусно. Тепло прям да, разливается тепло, во рту. Да. Очень классные конфеты. Кто любит, можете брать. Только не эту, не злоупотребляйте, сами знаете. Блин, нам, наверное, этот ролик забанит на ютубе. Вот это роскошь, реально. Трюфели с красным перцем. Кстати, здесь еще, ох ты, тут есть еще и мятные с ликером, с фисташкой, со вкусом макарон, с солью из геранда. Я не знаю, что такое геранда, ну, в общем, видимо, что-то пафосное. 214 рублей. Здесь 160 грамм. Тебе не кажется, похоже на шапку, на попаху?
Я прям представила внизу человечка. Блин, это божественно просто. Господи, слушай. Это рай на вкус, серьезно. И остро потом пошло. Это так офигенно. Я прям... Остро сильно. Ну не сильно, не придумывай. Мне очень остро. Очень остро? Очень остро. Мне кажется, это просто сами по себе очень качественные трюфели. И можно брать, наверное, даже любой другой вкус. Они настолько нежные. Если вы любите острое, мне не показалось, может, я просто поменьше кусочек скушала, чем Митя, с черным кофе это прям реально изыск какой-то. Слушайте, сегодня такой классный выпуск, ребят. Я кайфую. Все было вкусно, кроме первых конфет.